Чтобы проверить исправность газовой колонки или плиты в квартире, газовики тратят не более 2 минут. А при этом плата 623 рубля 5 копеек неизмеримо высока. На это в антимонопольную службу пожаловался один из жителей Татарстана. Представители «Газпром» «Трансгаз» «Казань» на сегодняшнем заседании в УФАС парировали перечень работы проверяющего с десяток. Это осмотр газовой разводки в пределах кухни и проверка установки плиты и подключения газовых труб. Обязательно подвергается проверке наличие тяги вентиляционных и дымовых каналов, дымовых приборов, работают с отходом продуктов сгорания в дымоход, с целью обеспечения безопасности. При необходимости, если что-то, ну, краник там подклинивает, значит, его обязательно разбирают и смазывают. По завершении работ оформляется акт выполненных работ и обязательно проводится инструктаж по безопасному пользованию. Плату за техобслуживание устанавливает Федеральная служба по тарифам. С нее и спрос, заявили ответчики. По нормативам проверять газовое оборудование должны не реже, чем 1 раз в 3 года. Но газовики объяснили, что приходит каждый год. Каждый год и выставляют счет. Если счет даже выставлен, то есть мы всегда в нем указываем, оплата услуг осуществляется после получения этой услуги. Они приходят, посмотрели и ушли. Там вот дымоход вроде проверить, а они его же не проверяют фактически. Практически вообще, можно сказать, не ходят, чтобы техобслуживание сделать. Это с войной надо к ним обращаться. Квитанция приходит, в принципе, каждый год примерно в одно и то же время. Сумму я примерно знаю, конечно, не знаю. Там нет расчета, из чего она исходит, поэтому сложно сказать, высокая она или низкая. Из чего складывается плата за техобслуживание, теперь должны разобраться антимонопольщики. К тому же сложно понять, была ли в итоге оказана услуга. Ведь потребители уверяют, что они подписывали акты выполненных работ. Поэтому УФАС предполагает, что предприятие, занимая доминирующее положение в этой сфере, услугу не предоставляет или выполняет работы не в полном объеме. Рассмотрение дела будет продолжено. Елена Горбунчикова, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».